Сегодня убирают у нас уборка здесь до субботы. Мусор. Это вот Елена, это Надежда наша, Саня подруга. Это Сергей пришел. Я говорил, как с улицы заходишь, калитку закрывайся, открыто стоит. Это наш виноград. Его надо еще, видимо, поднимать выше, привязывать как надо. Непонятно, почему такое. Это у нас калина растет, малина немножко, вишня, вот виноград поднимать надо. Это ранетки, яблоки довольно хорошие, тоже калина. Ну вот так и все. Сегодня, если не ошибаюсь, уже 6 мая. Нет, наверное, 7 сегодня? А? 7? 7 мая. Ну. Ну ладно, я пойду добирать, там много не хватает. Один комплект собрал и все. А, один комплект собрал, второй сейчас добирать буду. Вот сосед тут новый появился, с той стороны новый. Там Любовь Николаевна вышла с Надей что-то. Сестры как огонек горят, быстро все убирают. Ой, сегодня холодновато.